Всем привет! Этот канал о рыбалке, о грибах, в общем, о любимых занятиях. Про дачный пруд на участке, про разведение рыбы и так далее. Немного про охоту, поэтому, кому интересно, подписывайтесь. В пруду стоит помпа на 2000 литров в час с аэрацией. Подливается дождь через ливневую трубу, насыщает воду свежей водой, иногда подменой воды. Вода чистая, прозрак хороший. Подведена ливневая труба, во время дождя подливается свежая вода, насыщается кислородом. В пруду водится рыба, карась золотистый, окунь, небольшие, рак. Подсаживать вот. Еще будем. Жильца копитающих вкидываем в озеро. Будет расти хоть. Кормлю комбикормом. Карась растет, ну не быстро. Хороший. Есть даже по 600 грамм караси. Вот. Кувшинка вылезла. И начинает потихоньку распускаться. Белая принцесса сорт. Из водных растений растет нимфея, белая принцесса и желтая кубышка болотная. Растения у пруда голубая хоста, салатовая хоста и зеленая хоста, также папоротник. Красные каанны. Красивые улитки и лягушки. Очень красивые. Душевно. Подписывайтесь на канал.